شخص دایت بود نسامتایی، دمادبیت نسامتایی. انگاری شخص نیمار چیز دیگر. F نخود سومیت از استاد چنی لوب استاد. اگر این است نمایش بیستنچ، اگر ما این سمت دارم، اگر من است، اگر سومی هم بودی، شما نیز هم که دیگر مواجه نیست. Завоевали кубком европейских стран. Большая удача грузинских футболистов. Большая победа советского футбола. Мы сегодня находимся на легендарном стадионе «Динамо». Сюда приезжали различные команды. Здесь игрались Кубки Европы. Здесь овеяно все той славой, славой «Динамо Тбилиси». И сегодня мне выдалась такая возможность поговорить с великим футболистом Грузии Владимиром Гуцаевым. Я сейчас пойду его встречать. Я смотрел ваши матчи. Я был тогда молодой парень, конечно. Фамилии ваших друзей, коллег, футболистов звучали на всю страну. Скажите, пожалуйста, вам назад не хочется? Ну, знаете, что футбол такая, правда, великая вещь, что, по-моему, эта игра никогда никому не надоест. Как может не хотеть футболист, ветеран, вернуться назад и опять получать удовольствие сам? И доставляет удовольствие. Вот посмотрите на этот стадион. Это здесь сейчас 54 тысячи, да? А тогда было же не индивидуальные скамейки. Было 80 с лишним тысяч. Вот сейчас представьте, какое это удовольствие для валищика, понятно, но для футболиста самого. Когда ты выходишь из туннеля, 100 тысяч почти тебя приветствуют. Ты, конечно, на грани какой-то эйфории. И ты хочешь творить, ты хочешь создать что-то, правильно? Ну, у некоторых это получалось лучше, у некоторых хуже, но все равно. Я, например, уважаю всех своих коллег, всех их люблю. Я думаю, не только я, все они хотят вернуться назад и опять получить это удовольствие. А с кем из футболистов того времени, ну не только из «Динамо Тбилиси», а из других клубов, вы вот до сих пор поддерживаете отношения, общаетесь? Ну, мы со многими поддерживаем. Во-первых, мы сами по себе такой, ребята были дружеские. С нами все шли на контакт, когда мы приезжали или в сборную, или там игра какая-то была. Постоянно и до игры, и после игры особенно, да. Мы встречались там, ходили в рестораны, как понятно, что молодые люди. Ну и сейчас мы многие мероприятия проводим. Скажем, было столетие казахстанского футбола года три тому назад. В Семипалатинске собрали 8 команд. «Динамо» Киев, «Спартак» Москва, «Кайрат» Алма-Ата, «Динамо» Минск. Ну все были ребята, конечно, было приятно. Это были наши друзья, они остаются нашими друзьями. Так что вот на таких мероприятиях мы встречаемся постоянно. А вот вы, если бы не в «Динамо» Тбилиси, то в какой клубной команде вы хотели бы играть? Я вам скажу прямо так. «Динамо» Тбилиси было одной из лучших постоянно. Это не только то время, когда я играл и мои друзья играли. Это было до нас, когда еще начиная от великого Пайчадзе, потом Ховоберидзе, потом Плеяда Славометровели, Мишемес и так далее, и так далее. Потом Хуцилава, Дзудзуашвили. Были великие игроки. И отсюда в другую какую-то советскую команду смысла не было идти. Деньги платили почти что везде одинаково. Ничего не платили, будем так говорить. Но были полные стадионы. Но мы не сожалеем, я хотел только сказать. Потому что у нас осталась любовь народа. Что самое главное. Вот я сегодня, мне уже там очень много лет, я сегодня выхожу в город, и везде меня приветствуют. Везде, я не знаю, встречают как родного человека будет. Поэтому я ни о чем не сожалею. И в сборную мира вы кого поставили? Я бы назвал 5 футболистов, которых просто нельзя исключить из этой сборной. Пеле, Рональдо, бразильский Рональдо, Зубастик, да. Йохан Круев, Марадона, Гаринча. Вот эти люди, можно к ним добавить Бекенбауэра,
эти люди, которые ну, просто величайшие, да, их нельзя. Ну а из грузинских футболистов, на ваш взгляд? Я вам скажу, что в свое время грузинские футболисты, Слава Митровель играл за сборную мира. Там, скажем, Мишу Месхи приглашали еще в 60-х годах, когда было столетие английского футбола. Сашу Чивадзе называли в сборной Европы, Давида Кипиани. Много ребят достойных играть в различных сборных. Все зависит от того, кто эту сборную составляет. Я, например, для меня кредо – это один человек, это болельщик. Если ты признан болельщиком, значит, ты признанный человек. А болельщик, который вот собирается 100 тысяч, и ты выходишь, и по аплодисментам видно, кто кого как любит, понимаешь? Там же объявляли, помнишь ты это, да? Объявляли там, вратарь Лев Яшин, и все гремело. Понятно, да, что да, Лев да, Яшин да, – это да. Лев Яшин. Да. И как бы его в сборную включали, не включали, это не имеет уже никакого значения. Миша Месха играл в Тбилисском «Динамо». Народ с одного, этого, с левого края, во втором тайме переходил опять на левый край, где Миша играл. Владимир, как вы думаете, если в какой-то форме восстановить чемпионат и дать возможность командам из бывшего СССР, ну и еще какие-то команды других, то встречаться на более глобальном уровне, это бы помогло бы футболу? Ну это однозначно помогло бы. Я считаю, что наряду с английским, итальянским, испанским, французским, немецким, чемпионат Советского Союза рядом стоял с ними. Это двух мнений быть не может. И сейчас, кстати, многие об этом уже думают. Там Бельгия с Голландией думают сделать один чемпионат. В свое время очень хорошее предложение было у Газаева, когда он хотел сделать чемпионат России и Украины. Вот стоя здесь сейчас и заглядывая не в прошлое, а в будущее, вы видите возможности единого чемпионата в будущем, в котором участвовали бы сборная Грузии, сборная Украины, сборная России, Казахстан, ну и так далее, всех союзных республик? Знаешь что, трудно сейчас сказать, особенно если взять политическую ситуацию, которая сложилась во всех республиках бывшего Советского Союза. В Европе это легче намного сделать, потому что там относительно спокойно. Там границ практически уже нету, поэтому там легче намного сделать. Я не хочу политические темы какие-то, но есть различные страны, конечно, которые да, в этом бывшем Советском Союзе не дружат сейчас друг с другом, поэтому это намного труднее сделать. Хотя для футбола, я еще раз говорю, это было бы очень хорошо. Спорт и футбол, прежде всего, это же объединяющее начало. Если вывести его за скобки политики, если всем сказать, ну это же футбол, а это политика, или это невозможно? За скобки политики его не выведешь. Ага. Настолько он сильно влияет на все, футбол, на все. На политическую жизнь, на социальную жизнь, на финансовую такую сторону, что его как-то отделить от политики не получится. Поэтому я думаю, что об этом говорить сегодня просто рано. Скажите, у вас двое детей? Да, два мальчика. Два мальчика. Чувствую и кем себя. Они стали? Ну, смотрите, первый у меня закончил, учился в Швейцарии 7 лет. Сейчас он в Англии живет со своей супругой. Жена англичанка? Нет, вся грузинка, но она тоже такая очень эрудированная. Финансистка очень сильная, я очень ей доволен. Спасибо ей, что она такая хорошая девушка. Младший живет с нами, закончил программирование. Геймер. Успешный? Ну, по грузинским меркам очень успешно. Ну, футбол тоже гейм. Ну да. Для него да, для меня, может быть, это немного разница. Но вы с пониманием относитесь к молодым? Я вообще стараюсь быть прогрессивным отцом. И то, что моим детям нравится, с удовольствием это принимаю. Кстати, дети по-русски говорят? Прекрасно. А это кто научил? Во-первых, они с детства учили и английский, ходили на русский. Потому что я сам получил русское образование и считаю, что ребенок, где бы он ни жил,
Он должен этот язык знать обязательно. Это наши соседи. Около 300 миллионов, может быть, с лишним по всему миру говорят на русском языке. А старшему повезло больше, потому что когда он учился в колледже, там были очень много ребят, кто из Казахстана, кто из Москвы, кто с Украины, которые говорили только на русском. Ага. Вы знаете, вот я своим друзьям из разных бывших республик говорю всегда о том, что политика политикой, но мы люди, мы обречены на дружбу. Вот вы поддерживаете такую позицию? Или вы все-таки считаете, что тут надо в сторону отойти? Я считаю, что люди везде очень есть хорошие. И везде есть недоброжелатели, так будем говорить. Это есть и среди грузин, и среди русских, и среди армян, и среди украинцев. Я всех уважаю своих друзей. Когда я с ними встречаюсь, я с большим удовольствием. Вот недавно было 40 лет трагедии ташкентского Пахтакора. Вот мы с удовольствием, я, Саша Чевадзе, вот Тарга Белес полетели, там встретились со всеми ребятами. И такая неделя прошла. Во-первых, спасибо ташкентцам сами, потому что очень... Когда на улицу выходили, толпами за нами ходили, я серьезно говорю. Толпами за нами ходили, обнимали, фотографировались и так далее. Так что я всегда за дружбу. И даже тот конфликт, который возник между осетинами и грузинами, я тоже не приветствую. Я очень горд, что я осетин. Но моя родина – это Грузия, потому что я в Тбилиси вырос, в Тбилиси родился. Ну, в общем, корни осетинские, но грузинский футболист, будем так говорить. Вот, поэтому я всех приветствую. Вот, спасибо тебе, что за это интервью. У меня есть возможность поприветствовать своих земляков. Да и всех. И всех, да. Всех. Я хотел продолжение сказать. И всех вообще. Ребят, которые играли в «Спартаке», в «Динамо» в Москве, в «ЦСКА», «Динамо» Киев, «Шахтер», «Арарат», «Нефчи», неважно. Я всех приветствую. Для всех я родной, и они все для меня родные. Если будет так повсеместно и дойдет еще до тех, кто там у нас вершат политику, мне кажется, все будет хорошо, и футбол, грузинский футбол, украинский футбол, молдавский футбол выйдет на новые рубежи. Я и ты будем это тоже приветствовать, я так думаю. И мне кажется, что обязательно к этому придет. Дай Бог.